Рэпер 6x9 Айн будет ждать суда в тюрьме. Исполнитель проведет за решеткой 10 месяцев до судебного заседания 4 сентября 2019 года. Известный рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом Текащи 6x9 Айн, останется в тюрьме до рассмотрения судом его дела. Об этом сообщает TMZ. Певец останется за решеткой 10 месяцев. Заседание суда назначили на 4 сентября 2019 года. Судья, рассматривающий дело Эрнандеса, в очередной раз отказал в прошении выпустить певца под залог. Рэперу 6x9 Айн грозит пожизненный срок в тюрьме за рэкет, незаконное хранение оружия и обороте наркотиков. Эрнандес якобы состоит в бандитской группировке Nine Gangsta Bloods, которую подозревают в серии убийств и продаже наркотиков. Рэперу грозит срок от 32 лет до пожизненного заключения. Ранее адвокат исполнителя утверждал, что рэпер Текащи 6x9 Айн только притворяется рэкетиром, это якобы позволяет ему продвигать свою музыку. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimmyCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.